Здравствуйте, люди, здравствуйте, не люди, с вами снова я, с вами опять я, не первый, но и не последний московский видеоблогер, и вы находитесь на канале «Московский обжора». Ребята, вы не поверите, знаете сейчас сколько времени? Вы сейчас с ума сойдете. 11:12 ночи. 11:05. 11:12 ночи, ребятушки. Без 55 ноль часов ночи. А я буду сейчас на ночь глядя гонять чай. А знаете, с чем я буду гонять чай, ребятушки? Нет, я вам сначала скажу, какой я буду чай гонять. Да вот такой вот, посмотрите, ребята, янтарного цвета, золотистый такой необычный чай. Да этот чай вот, в принципе, какой. Вы все его, наверное, знаете. Называется «Принцесса Нури высокогорный чай». Вот такой вот, пакетированный. Вот я уже сделал себе, как всегда, по традиции, две чашечки. Одну большую чашечку, другую поменьше. В эту чашечку я кладу один пакетик. Сюда тоже кладу один пакетик, но потому что эта чашечка маленькая, здесь чай будет, естественно, покрепче. А здесь побольше объем, значит, чай будет немножечко послабже. Вот так я люблю, это моя традиция. Вот, а знаете, с чем я буду чай этот гонять сегодня? Да вот с чем, мы вот вчера испекли в мультиварке, вот в этой в мультиварке Поварис, вот вы видите, да? Вот такой вот кекс. Вот, называется фирма «Печем дома». Дома печем. Кекс апельсиновый, смесь для выпечки. Он бывает разный. Вот, видите, имеет золотую медаль. Гарантия качества. 2019. Фирма «Русский продукт». Вот, «Русский продукт», «Печем дома». Ну, вот такой вот кекс. И что я хочу сказать, эту пачку я оставил специально, чтобы вам показать. Вот, было две пачки, вот. В пачке вес 400 граммов. Мы сделали в мультиварке сразу за один раз, развели тесто, вот как вам сказать, две пачки. Получилось 800 грамм этого замечательного кекса. То есть одну пачку я уже эту выкинул пустую, а эту вам оставил показать. Вот, просто показать. Поэтому я всю ее сейчас тоже буду выбрасывать. Вот, и что я хочу сказать. Ребята, вот он лежал со вчерашнего дня у меня в холодильнике, потому что вчера мы его только испекли. И посмотрите, как уже мало осталось. Очень много вышло, выгодно. И вот уже мы половину съели, но я обжор не снимал. А сейчас решил как бы снять, продегустировать и вам рассказать, что он из себя по вкусу представляет. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот. И сверху посыпали мы сахарной пудрой. А точнее, сахарной пудры у нас не было, и мы из обычного сахарного песка в кофемолке помололи сахарный песок. И получилась сахарная пудра. Вот, вот такой вот кекс, видите, вчера у нас в мультиварке получился. Очень сдобный, аппетитный, красивый, рассыпчатый. Видите, какой вот пудра, видите, уже растаяла в холодильнике. Он немножко запотел, а то вчера прямо это пудру было видно. Вот, была полная тарелка. Вот, два куска осталось. И вот сколько мы съели? Раз, два, так, раз. Ну, три куска, наверное, четыре съели. Ну, короче, полная тарелка была. Вот, он очень тяжелый, такой массивный. Я сейчас съем одну, короче, штуку. А чай-то я буду пить, я вам забыл показать, с лимоном, ребята. Вот с каким, с турецким лимончиком. Видите, какой лимончик? Вот, я так люблю чаи пить с лимончиками. Давайте мы, короче, покушаем. Так, а, еще блины я сегодня пек. Кстати, ждите, вот на днях, завтра, наверное. Ой, ну нет, как вот выйдет, так сразу увидите. Видео на моем канале я сегодня... 1 марта
2020 года в прощенное воскресенье. Поэтому, ребята, простите меня, пожалуйста. Я напек очень много блинов, видите? Вот столько было. Столько уже сожрали, половину, и вот столько осталось. Видите, какие блины получились? Кружевные, тонкие. Ну, короче, вообще, мы уже объелись блинами. Видите, какие блины? Вот. Вот такие блины. Чего только у меня сегодня не было, ребята. Я сегодня целый день жру. Пиццу сожрал, вот. Вы видели, из Дота пицца. Блины ел, и вот сейчас буду есть на ночь, глядя. Уже 12 час ночи. Так, во сколько я начал обжор? Ну вот, будем считать. 11 часов. Ну давайте, грубо говоря, 11 часов 10 минут. 10 минут 12 я начал. Вот. А во сколько закончу, увидите сами. Вот, давайте все положим. Ой, какой он холодный. Стал из холодильника. Охлажденный. Вот. Вот такой вот, короче, пирог получился. Все, давайте, всем приятного аппетита. Можете тоже сесть поудобнее и со мной будем кушать вместе. Будете кушать со мной. Вот. Всем здравствуйте, мои хорошие. Ой, я сегодня так устал. Целый день, как белка в колесе. Бегаю, бегаю, туда-сюда, сюда-туда. Ой, вообще. Ну, я заслужил, ребята. Я заслужил. Что бы вы ни говорили, но я заслужил. Я заслужил хорошо покушать. Вот, я заслужил. Поэтому я сейчас буду чай пить. Вот такой вот крепкий, с лимоном. Черный чай, байховый. Ой, вкусно. Ну, правда, лимон, если вовремя не вытащишь, он становится чай с горчинкой. Это вот от этой цедры. Ну, и от косточек. Но в этом случае какие-то лимоны попались без косточек. Ой, лепота. Очень вкусный, балдежный кекс. Получился. Ой, объедение. Так, ну давайте это уберем в холодильник, а то он это сейчас будет таять. С апельсиновым вкусом. Сейчас я уберу его в холодильник. Растает, потому что на кухне дома тепло, а в холодильнике холодно, поэтому надо его убрать сразу. Все, я убрал. Ой, хорошо. Ребята, всегда вот мне на столе не хватает места. Всегда мало места. Не знаю, что бы придумать. Ой, вкусный кекс получился. С апельсиновым вкусом. Такой сладкий, вкусный. Ой. Такое тесто рыхлое, можно было бы туда бы еще бы вовнутрь добавить изюма, вот. Да и так хорошо без изюма, а то задница слипнется. Ах.
Вкусно. Только очень сильно крошится. Вот, крошится. Ой, ребята, обожрался вообще. Ой. Что только сегодня не ел. Пиццу ел, блины ел. И вот это, кекс ем. На ночь глядя, уже спать пора, я ем. Ой. Ой, надо еще чашку махнуть. Надо больше пить чая. Причем неважно, зеленого или черного. Это, эти оба два чая имеют право на существование. Поэтому нельзя сказать однозначно, какой чай из них полезнее, зеленый или черный. А в черном чае есть все то, чего нет в зеленом чае. В зеленом чае есть все то, чего нет в черном чае. Поэтому нужно обязательно эти два чая полюбить и чередовать. И будет вам, как сказать, хорошая поддержка для вашего иммунитета. Все, всем спасибо за внимание. Я обожрался, пошел руки мыть. А то руки уже липкие, сахарные. Было вкусно, ребята. Все, всем пока.